Всем привет, всем доброе утро. В этом видео я расскажу, как правильно отправлять письма в Германии, письма, которые 100% должны прийти. Вы, конечно, можете любое письмо, скажем так, если это относится к каким-то официальным установам, вы можете просто это письмо, например, центр занятости, бросить просто в ящик центра занятости, даже, например, не положив это в конверт, скажем так, да? Но у вас не будет никакого подтверждения, что вы это на самом деле сделали. Я очень часто слышу такую проблему, как, например, мы поставили антрак на Kindergeld, на детские эти выплаты, да, это не имеет никакого отношения к социалке. Любая семья, живущая в Германии, получает по 200 евро на ребенка. Детские деньги — это помощь от государства, пока ребенок не женился, вышел замуж, либо пока ребенок учится, да? Вот самый распространенный тоже вопрос у украинцев, а почему нам не приходят эти деньги? Эти деньги вам не приходят, потому что вы, скорее всего, просто так отправили это по почте. Антрагов очень много, это все теряется и так далее. Если вы хотите, чтобы ваше письмо пришло, и когда получатель это письмо получил, чтобы он знал, что он не может его отложить в дальний-дальний ящик, там, где оно будет пылиться, отправьте это письмо с уведомлением per Anschreiben. Сейчас за моей спиной находится почта, но эта почта одновременно и банк, поэтому видео там делать запрещено, однозначно, 100%. Мало того, мы находимся в почтовом отделении города Гослар, здесь немножко такие фельдеперсовые правила действуют, там еще нужно попасть и на хорошее настроение сотрудников. Не очень люблю с ними взаимодействовать, но мне нужно отправить важное письмо по почте. Я бы могла это письмо и передать лично в руки. Но мне нужно подтверждение, что я это письмо отправила. Следовательно, хотя я знаю лично этого человека, кому это давать, и могла бы приехать просто на кофе и сказать: слушай, вот посмотри, да, пожалуйста. Я этого делать не буду, потому что с юридической точки зрения я защищена только тогда, когда я это письмо отправила per Anschreiben с уведомлением. Это очень важно. Я сейчас немножко вернусь попозже, что у меня за письмо и почему я его отправляю именно так, хотя я могу это человеку лично каждый день дать в руки. Но у меня предупреждение ко всем, кто отправляет какие-то официальные анкеты. Да, это очень распространенная практика, например, просто прийти и письмо это бросить в ящик. Но если вы хотите подтверждение, если вы хотите продвижение ваших документов, то все официальные, официни установы, скажем так, я не знаю, как это по-русски называется, все вот эти вот амты, как это по-немецки называется, им, пожалуйста, отправляйте все per Anschreiben. Немножко больше это стоит, но, может быть, я там заплачу евро с чем-то, но я получу в руки чек, и вот этот вот чек нужно хранить, пока человек не ответит на это письмо. Самый распространенный вопрос: мы это сделали, а наши документы потерялись. Потерялись по той причине, что вы это сделали не с уведомлением. Когда кто-либо, независимо от того, это какая-то официна установа, либо лично кто-то, получает письмо и видит, что на конверте стоит, что это с уведомлением, уже этот человек, скажем так, из рук в руки передано. Этот человек уже не может отмазаться, либо эта организация, что действительно это письмо получила. То есть я уже перечислила, да, Kindergeld, Job Center, всякие-всякие разные. Либо вы кому-то официальное письмо делаете, либо там еще какие-то вещи. Вот здесь вот у меня в руках официальное письмо о том, что я прекращаю свои, как-то правильно сказать, юридическое свое отношение со своим арендодателем, акт по поводу аренды. Любые прекращения... Как же это правильно сказать, господи, сейчас mir fehlen die Wörter. Например, ваш ребенок ходил на футбол. Там 3 месяца, а теперь ваш ребенок не хочет ходить на футбол. Следующие 3 месяца вы будете все равно платить, потому что до того момента либо балет, либо танцы, либо вы арендовали какое-то помещение для фирмы, либо квартиру, либо. То есть везде в контрактах есть фристы. Фристы – это сроки. В любом контракте есть срок. Этот срок оспорить не может никто, как бы кому что не хотелось. То есть не хочет ваш ребенок ходить в школу танцев, что в контракте стоит? 3 месяца, либо 6 месяцев.
Как правило, 3 месяца. Предупреждаете об этом в письменной форме. Лучше всего per anschreiben с уведомлением. Тогда у вас есть в руках документ, что вы свои обязательства выполнили на случай, если вторая сторона это будет игнорировать. В моем случае сейчас у меня в руках письмо, где я прекращаю, опять-таки, с выдержкой того, что стоит в контракте, что я хочу прекратить взаимодействие со своим арендодателем и с определенного момента, с той даты, которая стоит в нашем контракте, который мы когда-то подписали, вот с этого момента у меня там написано количество месяцев X, то есть это кюндигунг. Кюндигунг – это прекращение, вообще-то это дословно увольнение, но в данном случае я сейчас по почте отправлю письмо, и с того момента, как я его отправила, а у нас это считается месяцами, есть определенное количество месяцев X, мой арендодатель это получит, даже если он обязан на это ответить, но даже если он не ответит ничего, у меня есть в руках чек подтверждения, что я это письмо отправила. Поэтому я иду на почту и отправляю это письмо вот таким образом. Хотя со своим арендодателем я на «ты», и мы как бы, в принципе, я могла бы ему это передать в руки. Но в сфере документов там есть свои другие порядки. И эти порядки нужно выдерживать для того, чтобы ваши интересы оказались защищенными, скажем так. Возьмите, пожалуйста, пример, вот на примере того, что я сейчас делаю. И если вы отправляете какие-то официальные документы в другие, любые другие организации, знайте, что любое письмо, которое отправлено per anschreiben, оно всегда дойдет. И получающая сторона никогда не сможет сказать «нет, а мы этого не получили». И храните тот чек, который вам сейчас на почте выдадут, ровно столько, пока не придет реакция. Если вы прекращаете какого рода отношения юридические, скажем так, да, либо вы прекращаете взаимодействие с какой-то школой музыкальной, танцевальной, либо футбол, либо бокс, либо аренда квартиры, вы всегда должны получить письменное подтверждение. И вот с того момента, как вы получите письменное подтверждение, вступает в силу вот этот вот процесс завершения, да? Это очень-очень важно, потому что я сталкиваюсь с этим очень часто. Как я уже сказала, повторюсь, самая распространенная проблема – мы 3 месяца назад заполнили бумажки и отправили по почте антракт на детские деньги, а они нам не пришли. Значит, вы это просто отправили по почте. А если бы вы переплатили буквально 1 евро и отправили бы это per anschreiben, потому что теперь вы уже знаете, да, что это так, то человек, когда это получает, он уже видит, какая марка на этом конверте и понимает, ага, это письмо я не положу в дальний ящик, это письмо я должен прочитать в первую очередь. Но опять-таки обратная связь обязательно. Если обратная связь в этом случае не приходит, если вы видите, что ваше письмо игнорируют, а вы его отправили с уведомлением, тогда подтверждение тому является чек, который вам выдадут. Этот чек терять нельзя. Скажем так, его нужно обязательно сложить в какую-то папочку. Так, я сейчас вот это вот отправляю, потому что у меня это лежит уже, наверное, 3 недели. И все, никак не найду время. Но сейчас я время нашла, мы немножечко опоздаем на работу, но зато я отправлю вот это письмо. Потому что в моем случае я прекращаю взаимодействие со своим арендодателем. И я вот здесь вот разрываю этот Mietvertrag, это контракт на аренду, и там есть определенные сроки, и чтобы эти сроки выдержать, я делаю это заранее. В основном аренды квартир, например, это 3 месяца, посещение всяких там разных детских кружков это 3 месяца, либо каких-либо школ для взрослых, да, это тоже 3 месяца. Что касается объектов, которые сдаются под фирмы, там немножко варьируется это. То есть смотрите четко, внимательно контракты, которые вы подписываете, вы тогда будете знать, какие у вас там дальше идут условия взаимодействия. Я, когда вернусь обратно с почты, я вам покажу, какую я получила квитанцию, когда вот это вот мое письмо ушло. Конверты я куплю там, потому что я с собой, к сожалению, не взяла конверт, у меня дома конвертов нет, а на работу нет смысла
возвращаться и потом ехать назад, потому что почта в городе Гослар находится не в центре. Поэтому я на месте куплю конверты на почте. Там же на кассе я этот конверт оформлю. Я это сделаю per Anschreiben, и после этого едем на работу. Но я вам еще покажу, как выглядит этот чек, который нужно хранить. А вы берите с этого пример и любые официальные письма отправляйте только так. Тогда 100% у вас есть гарантия, что это письмо придет, и у вас есть 100% гарантия, что на такое письмо с такой марочкой ответят несомненно. Так, еще один важный момент. Я уже пришла с почты. Вот такая квитанция есть, да, вот мне пришлось целую стопку купить конвертов, чтобы в одном конверте это отправить. Значит, там есть два варианта. Если вы хотите, чтобы человек это лично подписал, то тогда это с подписью, около 3 евро это стоит, но также можно с уведомлением, но при этом человек это лично не подписывает, но почтальон это бросает в почтовый ящик, поэтому я бы лучше делала важные документы, скажу вам честно, так, что именно получатель должен расписаться, что он это получил. Затем мне нужно было еще важные документы отправить по почте, и это была целая папка, я вот такой конверт там купила. Вы пишете на лицевой стороне получателя, а вот здесь вот вы пишете отправителя. С обратной стороны, но лучше еще и указать это словами. Получатель, отправитель, да? Все, поэтому отправляйте письма правильно. Документы любят порядок. Поэтому если вы это сделаете per Anschreiben с уведомлением, вы сразу убьете одной пулей двух зайцев. Во-первых, ваше письмо 100% дойдет. Второе, получатель будет знать, что ему нужно побыстрее на это отреагировать, потому что он не может сказать, ой, а мы не получили, либо поздно получили, либо мы не знаем, где это. Потому что я знаю, что когда оформлять мы помогали документы многим в самом начале, да, вот этот огромный поток, мы знаем, что это нормальная практика, просто этому человеку в ящик бросить это письмо, можно даже не пользоваться услугами почты. Но должно быть подтверждение. И чтобы это подтверждение иметь, следовательно, сделайте это через почту, переплатите пару евро, но зато вы будете 100% знать, что вы все сделали правильно, и у вас есть нахвайс, как говорят немцы, доказательства. Все, мои хорошие, летим на работу в Гослар. Скоро сделаю видео, меня попросили сделать видео по поводу опека, чем она может помочь. А чем она может усложнить вашу жизнь? Это одно видео, которое меня попросили сделать. Второе видео, как быть, если кто-то умер, не гражданин Германии, в Германии, какие там проходятся процедуры и как это все вообще происходит. Эти видео я тоже постараюсь в ближайшем будущем сделать. Ну, а следующее видео у нас будет в волшебном магазине. И жду ваших комментариев. Всем хорошего дня!